Несанкционированная свалка возрождается, как птица Феникс. В Старооскольском районе Россельхознадзор штрафует владельца участка за захламление земель сельхозназначения. Хозяин земли штраф заплатил, а у местных жителей нести мусор на его участок стало привычкой. Они вышли за рамки привычного. В выставочном зале «Родина» в Белгороде открылась экспозиция «Художник и среда». 30 авторов, от начинающих до маститых, трансформируют реальность и видят в этом свою миссию. Лето – это хорошо, а веселое лето – еще лучше. В Староскольском детском доме прошли командные спортивные игры. Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» не только организовал праздник, но и подготовил подарки.